день ВДВ сегодня. Какие подъезды зеленые на Димитрово. Вон виноград. Какие молодцы ко мне приехали. Вот так вот уже принимаем в гости детей и друзей. Сейчас родители подъедут. 100 километров им осталось. Мальчишки же у меня на машине ездят. Не звонили? Нет. А вам? Пойдем сейчас. Никак не доедут. Где же они? Ой. От перекрестка. От какого? Вот, от того. Ой, ну ты сначала 800 метров бы проехала, а потом бы выступала. А во двор... Миленький, замученный ты-то. Ну, кого пока... А во двор не въехать, машину поставить? Нет, ставьте здесь, а что вы тут все? Тихо, и хорошо. Прямо конечно, у нас стоит круглый год. Так, выгружайтесь. Мама, уже. Вот так сюда задом, давай поставим. Выгружайтесь. Ждали, ждали, дождались. Вот как ехать с Жанкоя, если... Вот мы не доехали сюда, 15 километров. Справа там, короче, и никого нету вообще. А можем убрать холодильник? Можем, конечно. Ау! Ну куда ты, со стороны-то? Хлоточек сейчас нальем. И попадаем, да? На пробу. Нет, исключительно на пробу. Сейчас достану. Вот она! Кто там? Вот она, божья коровка. Божья коровка, сейчас, подожди. Вот видишь.